Джиу-джитсу – это бизнес? Вот джиу-джитсу – это не бизнес. Джиу-джитсу – это не бизнес, говорит Евгений Коротких, находясь у себя в белом кабинете с камином в собственном клубе, где тут же разливают кофе и продают туристические путевки в теплые страны. Фигня. А где вы работаете, Евгений? Не так вопрос. Если джиу-джитсу – это не бизнес. Знаешь, как это говорят? У нас в Сибири, чем ты живешь? У меня есть хорошая машина, золотые часы, бизнес и так далее, но это не джиу-джитсу. Это бразильская джиу-джитсу. Окей. Джиу-джитсу – это бизнес. Бразильская джиу-джитсу – бизнес. Запишись на наш бесплатный вебинар. Нет, не будет бесплатно. Запишись на наш платный вебинар. Мы оставим.